Во имя Отца и Сына и Святого Духа. По-прежнему без батюшки считается одна проповедь. Объяснение трудно найти, а общее – это нет ревности. Богослужения отстояли и пошли, а научился чему? Иоанн Златоуст говорит, если ты ни в чему не научился, напрасно топтал дворы Дома Божия. Я хотел остановиться на одном слове – имя. Кто призовет имя Господне, спасется. Я спрашиваю, а какое имя Господа? Православный ни один не может ответить. А ведь мы непрерывно говорим, да светится имя Твое. Имя Твое светится. Какое имя? А имя-то нет нигде. Его нету вообще. Живые помощи считаем, и там-то призывают имя Господне, а имени нету. Почему? Есть оригинал. Оригинал – это еврейский народ. Сегодня в мире насчитывается около 7 тысяч разных наречий. Находят народности, где не больше 100 человек. Эти исчезающие нации тоже просвещаются Евангелием. Им сразу говорят имя Господне. Моисей это знал. И когда был послан Богом к израильскому плененному народу, он говорит, а как тебе имя? 3 глава, Исход. Как тебе, Господи, имя? Меня спросят, тебя Бог послал, а богов-то много. А имя нету. А Господь говорит, имя мое Иегова, в скобках, сущий. Это так говорит Священное Писание. Никакие извинения не приемлет Господь. Это слово Иегова 8 раз упоминается в Святой Библии. Именно так. Феофан Затворник настаивал, что в оригинале это имя слышится Ягве. Яхве. Но переводчики перевели именно так. Как оно уже в современном языке у евреев звучит. Я переписываюсь с евреями. Мы встречаемся, беседуем с ними. И они тоже весьма удивятся. А у них непрерывно это имя звучит. Заменили в переводе это имя греки. Греки. Адонай. А на русский язык перевели Господь. Не странно ли, говорят, Господь есть Бог. А у нас понятие Господь и Бог, это, ну раз Господь, значит это и Бог. Нет, в оригинале стоит Иегова есть Бог. Во всем богослужении в течение года, в течение 2000 лет не поминается имя. Как же это так? Да светится имя Твое. И никто не задумывался разве об этом? Напоминаю, что ни одного слова в Библии нельзя упустить. Ни одной черты, ни одной иоты. Иоанн Златоуст говорит, в единой букве заключен великий смысл. Как тебя звать? Авраам. Авраам означает странник. Отныне будешь зваться Авраам. Одна буква подставлена. И что означает в переводе на русский язык? Отец множества. Отец множества, а до этого странника вообще негде голову преклонить. А теперь в любую страну приходи, Авраам, и тебе привет, тебе корм. Именем твоим будут благословляться народы. А как мы должны это делать? Не знаю. На это есть вышестоящее начальство, но мы должны знать, это абсолютно неправильно, что имя Господне не упоминается. Господь есть Бог. В оригинале стоит «Иегова есть Бог». Это имя Иегова упоминается в Святой Библии более 7000 раз. Свидетели Иеговы, секта. Они ничего не открыли. Просто это имя озвучили. Они ушли так далеко, что их христианами ни в каком смысле назвать нельзя. Ни Троицу не признают, ни Христа за Бога. Но имя это озвучили. Для себя сами подумайте как. Мы дома молимся, слава тебе наш Бог Иегова. Мы прямо произносим это имя. В храме я ничего не могу изменить. Батюшке говорю, он говорит, а я что могу сделать? Он не может ни налево, ни направо. А что завернули все влево, этого как будто никто не видит. Слово имя непрерывно звучит в Священном Писании. Воззовет ко мне и услышу его, кто прославит имя мое. Его имя надо прославлять.
У нас есть здесь старообрядцы. И вот одна из них говорит, мне знакомая написала, Иегова, я слышала, я боялась, я боюсь даже произносить. Она считала, что это имя лукавого. Это полностью, совершенно человек не просвещен Духом Святым. До сего места мы дошли, Иегова Ире поставлено. До сего места Господь помог. И везде стоит Иегова помог. Я не настаиваю, чтобы как Феофан Затворник говорит Яхва или Ягва. Ты, переводчики, перевели Иегова. Для себя подумайте. Хотя бы раз в день помянуть, надо это имя или нет. Кто это сделал? Почему? Сегодня не узнаешь, но многое добавляется, многое убавляется. Сегодня 12 причин церкви православной установили развода. 12. Официально. Причина есть. Принес справку из ЗАГСа, мы развелись. А почему? У нас разные взгляды. Все благословляется на новый брак. И уже говорят, если раньше свечи на браке зажигали, то сегодня надо тушить. Если поется Исаия ликуй, то сегодня надо писать Исаия горюй. Вот уже в насмешку говорят. И ничего нельзя сказать. Самоубийц отпевает официально. Принято решение прямо. И таких искажений сегодня конца края нету, которые в данный момент, вот сейчас, заменяют Слово Божие. А Господь говорит, Серафим Саровский, когда молился, ему мысль пришла, в страшном положении находится священство. И он не стал ничего делать больше. Он 3 дня и 3 ночи молился. Я не знаю, какие перерывы были, когда он отдыхал. Так написано, на своем камне. Его камень там такой был. 3 дня и 3 ночи молился только об одном, о русских архиереях и священниках. Он увидел казнь. Он увидел, видимо, ГУЛАГ. Он увидел, как их расстреливать будут, как их будут резать, замораживать. Господи, Господи, помилуй, помилуй. Бог заговорил с ними, ответил, не пощажу и не помилую. Не пощажу и не помилую. А почему, Господи? Господь ответил, Псалом 118, 113 стих. Они вымыслами человеческими заменили истину Божию. Нам близко известен епископ. Его спрашивают, настолько близко, что он у нас служил не один раз. Скажите, вот каноны приняла церковь, Вселенские соборы, и сегодня издает указ архиерей. Что важнее? Конечно, то, что архиерей говорит. Здесь уже не надо ничего добавлять. Уже веры в Бога трудно найти. А ты скажи, так сказал Господь Бог. Так сказал Иегова Бог. Господь есть Бог. Если Господь и Бог это равное по значению, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, в четке, лестовочка считает, Господи Иисусе, впереди стоит Иегова, Сын Божий, помилуй меня. Иегова стоит. Миллионы раз повторяется в монастыре и не знает имени Господня. Большего заблуждения даже придумать нельзя. Что делать, я не могу ответить. Я знаю, что нужно делать. Делать, как Бог повелевает. И горе тебе, если ты на первое место поставишь человеческое. А как? В храме батюшка связан, он ничего не может сделать. Дома я могу вопиять и считать, как написано в Слове Божьем. Переведена Библия, вот ее здесь считают. И когда читают Библию, то моменты бывают такие, что это слово попадает, они его считают. Но считают по-славянски, замененное на Господь. Прямо написано по-славянски, в русском, слово Иегова. Я могу только скорбеть об этом. Да светится имя Твое. И мы знаем имя Твое, Бог Иегова. Да светится через нашу жизнь. И Господь так высоко ценит свое имя, чтобы его ничем никогда нигде не заменяли. Нигде. Он открылся так. Отче наш сущий на небесах. Где стоит сущий, там стоит Иегова. Он открылся. Я Иегова, в скобках, сущий. Откройте дома книга Исход, 3 глава. Отче наш сущий на небесах. В оригинале Отче наш Иегова на небесах. Спрос будет очень большой. Это не просто замена, а умышленное искажение Слова Божия. А что от этого меняется? Мне не надо думать, Бог так открылся.
Открылся. И он явился народу египетскому и сказал, я был у Бога. Его сразу спросили, а богов там много. В римском пантеоне было около 500 божеств по именам. Марс, Юпитер, Венера, по звездам, эти прямо, Велика Артемида Ефесская, вы помните, как Павла назвали Гермием, этого Марсом, там, это, имена эти языческих богов, Иоанн Златоуст говорит, их много, а в действительности ни одного. По названию много. А поэтому, если мы молимся дома, я к беспорядкам не призываю, дома, дома ты можешь. И вот сестра Мария у Льва Толстого, когда он умер, говорят, что преданные анафеме сегодня опровергают. И она спросила только там в оптинских старцев, а можно ли молиться? Он говорит, дома. Церковь не может о нем молиться. Но дома, в своей частной молитве, ты можешь молиться. И, видимо, необходимо в конце поставить, если моя молитва не угодна, прости меня, Господи, чтобы молитвой не согрешить. Надо ходить в страхе Божьем. Мы пришли сюда, у нас лежит Святая Библия, вот она, перед нами, на русском языке, по благословению Священного Синода, синодальный перевод. Это батюшка специальный заказ сделал, чтобы заковали ее, чтобы она так красочно выглядела. Это другая. Была Библия здесь, тут наша сестра вышла замуж, и батюшка подарил им, а себе новый заказал. Да благословит Господь нас быть в святой православной вере и в душе своей, чтобы мы скорбели об отступлениях. Ничего не меняет в церкви, я не призываю, повторяю. Но дома открой Библию, посмотри и скажи, мы не знаем Твое имя, Господи. И когда другие напоминают, православно начинает даже хулить. Да избавит нас Господь от всего. Ему вечная слава и Иегове. Аллилуйя, аминь.